Привет, друзья, с вами проект Ferrum.com и я Сергей Шихайлов. Недавно на нашем канале мы опубликовали видео, посвященное недостаткам шестого поколения яблочных смартфонов. Полагаем, пришло время рассказать и о самых сильных его сторонах. Ну что же, поехали. Итак, 5 причин купить Apple iPhone 6. Первая из них, конечно же, экран. Да, здесь не Quad и даже не Full HD матрица, что немного огорчает. Но диагональ в 4,7 дюйма, а также отсутствие зернистости даже при рассматривании экрана с близкого расстояния, это именно то, чего так ждали пользователи последние несколько лет. Да, смартфон вырос в размерах, но им все так же удобно управлять одной рукой. Я с этой задачей справляюсь без каких-либо проблем. Вторая причина задуматься над приобретением iPhone 6. Камера. Размер фотографии остался на прошлогоднем уровне, это все те же 8 мегапикселей. Но теперь устройство еще быстрее фокусируется и предельно быстро лепит HDR. Уверен, любители мобильной фотографии точно останутся довольны этим агрегатом. Видеосоставляющая также очень неплоха. Единственное, чего здесь не хватает, новомодного 4К. А так имеется все, что нужно. И 1080p, и таймлэпс видео, и даже slow motion с частотой 240 кадров в секунду. Такого пока не умеет никто. Молодцы, яблочники. Так держать. Третья причина обзавестись шестым поколением iPhone – длительная актуальность купленного вами гаджета. К примеру, даже сейчас, когда на рынке появились iPhone 6 и 6 Plus, моя двухгодичная пятерка все еще неплохо держится на плаву. Все игрушки работают плавно, а несовместимый софт, который не пошел бы на моем гаджете в магазине приложений, отсутствует. Что бы я ни скачал, все работает на ура. Производитель, к слову, до сих пор продолжает баловать меня выпуском все новых и новых версий системы, и думаю, это еще как минимум год будет продолжаться. Вот это показатель. Полагаю, такая же картина ждет и шестое поколение яблокофона. Четвертая причина приобрести iPhone 6 – производительность. Напомню, что в устройстве установлен всего 1 гигабайт ОЗУ. Двухъядерный 64-разрядный процессор Apple A8 с рабочей частотой 1,4 ГГц, а также видеоускоритель PowerVR GX6650. И вместе все это железо выдает просто поразительные результаты быстродействия, которые видны как в синтетических тестах, так и в условиях реальной эксплуатации. Независимо от уровня сложности прокручиваемой графики и засоренности ОЗУ, аппарат не залипает, все работает предельно плавно. Замыкающая пятая причина – мелодичность смартфона через наушники. Если вы любитель хорошего звука, Apple iPhone 6 просто создан для вас. Подключите к этому девайсу наушники покачественнее, и вы просто растворитесь в аудиоволнах, издаваемых вашим яблочным товарищем. Кстати, если вдруг стоковые аудионастройки проигрывателя вас чем-то не удовлетворят, вы всегда сможете скорректировать их в эквалайзере. Два тыка и все готово. Вы услышали 5 причин, по которым стоит купить Apple iPhone 6. Если вы желаете узнать иную точку зрения, милости просим в описании данного видео. Там есть линк на материал, посвященный его недостаткам. Редакция Ferrum.com выражает огромную благодарность интернет-магазину Manzana.ua за предоставленный на тестирование гаджет. Линк на продукт в описании. С вами были проект Ferrum.com и я, Сергей Шихайлов. Мы ждем ваших пальцев вверх и подписок на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока!